старых способ работы, альтернатива лапам, это работа на перчатках с тренером. Принцип такой: все, что в голову, на правую перчатку, что в корпус, все на левую. Тренер находится в позиции, называемой комбинированной защиты. Универсальная позиция. Раз-раз. Раз-раз-два. Раз-два-три. Вот все в голову, да. Что все в голову, на правую. Раз, два, три, четыре. Да. Хорошо. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Еще разочек. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Раз, раз, два. Хорошо. Это включает корпус. Эта позиция лап же универсальна. Я нахожусь в кабинете защиты. Допустим, комбинация раз, снизу, прямо сбоку. Прямо снизу сбоку. Да, раз, два. Еще разочек, да. Да, да, да. Еще. Да, да, да. А два снизу сбоку. Да. Да, да, да. Вот. Через джеб. Да, через джеб, да. Да, 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 да. Еще разочек. Да, 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 да. Все понятно, да, что у нас происходит все. Голова, корпус, кресты очень хорошо работают в этом. Я опять позицию не меняю, не надо мне здесь накидушничать. Я стою и, допустим, кресты. Абсолютно. Та-та-та-та. Та-та-та-та. Да, в ритме. Хорошо. Хорошо. И здесь, чем хороша эта позиция? Я с перчатками, я всегда могу создавать угрозу. Понятно, да? То есть я работаю как обычный боец со своим партнером. И всегда человек может в закрытой позиции находиться. Я могу всегда атаковать корпус, корпус, голова и возвращаться всегда в позицию. Хорошо? Простые упражнения. Спасибо. Раз-раз. Раз-раз-два. Раз-раз-два. Еще разок. Да, легко. Раз-два-три. Раз-два-три. Раз-два-три-четыре. Еще разочек. Хорошо. Раз-два. Раз, два, легче, легче, легко, пёрстка тогда. Да, раз, два, три. Раз, два, четыре. Во, ещё разочек. С правым прямым. Ещё разочек. Хорошо, вот. Прямо снизу, сбоку. Да, пёрстка. Хорошо, еще разочек. А кресты, давай стоим, да. Крестами, да. А связь вольно, перевольно. И прямо, и сбоку, как хочешь, сбоку, да. Молодец, отлично.